Две эти бретонки попали в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на двухместном велосипеде. 54-летняя Кэт Дикстон и 55-летняя Расс Марсден выехали в июне 2019 года. Маршрут преодолели за 263 дня, 8 часов и 7 минут. Они побили рекорд не только среди женщин, но и среди мужчин. Предыдущее самое короткое время путешествия составляло 281 день. Путешественницы преодолевали в среднем по 110 километров в день. Они проехали через 25 разных стран на 5 континентах. Мы всегда хотели объехать вокруг света на велосипедах. Мы какое-то время вместе катались, а потом стали обсуждать, почему бы не отправиться в поездку в тандеме. Да, это мне показалось хорошей идеей, я согласилась. А потом мы около года все обсуждали, планировали, стартовали в июне прошлого года. В целом британки преодолели расстояние в 29 391 километр. Завершилось их путешествие 18 марта этого года с началом карантина. Каждый день было новое приключение, это было чудесно. И хотя я с нетерпением ждала возможности отдохнуть, но уже скучаю по велосипеду. После возвращения мы сразу оказались в условиях карантина. Вернулись в среду, а в понедельник в Великобритании ввели ограничения. И это был большой контраст. Сначала мы каждый день ехали, а потом оказались в изоляции. Женщины начали путешествие через Европу, потом попали в Индию и Мьянму, оттуда в Сингапур и Австралию. Там им пришлось лицом к лицу столкнуться с недавними пожарами. Погода была одной из самых больших преград, были муссонные дожди. А в Австралии? Там были пожары, пришлось объезжать дым и огонь. Ехать на велосипеде сквозь дым очень неприятно. После велосипедистки отправились в США и Мексику, оттуда в Марокко, Испанию, Францию и обратно в Великобританию. Их достижение будет включено в издание «Книги рекордов» 2021 года.